Добрый день. Вчера получил зарядно-балансное устройство Hobby King DC4S для заряда 2S4S литий-полимерных аккумуляторов с функцией мониторинга напряжения каждой ячейки. Приходит он вот такой коробке. В комплекте шнур питания крокодила. Само устройство в алюминиевом корпусе. Анодированный алюминий в синий. Вот, питается, значит, от напряжения вход питания. Центральный плюсовой. Постоянное напряжение 9-16 вольт. Источник питания не менее 1,5 ампер. В связи с чем? Сзади, значит, есть небольшая инструкция. Вот, то есть ток заряда у него 1,5 ампера и балансный 1000 миллиампер. Вот. Конечное напряжение 4,2 вольта плюс 10 милливольт. Вот. Балансные разъемы 2S, 3S, 4S. И на передней панели трехразрядный LED-индикатор. Очень удобный, очень маленький. Поместится в любой полетный ящик. Неприхотливый. Вот. Чем еще примечательно? То, что при подключении аккумулятора к зарядным разъемам 2, 3, либо 4S аккумулятора без подключения источника питания, на индикаторе отображается последовательно напряжение каждой ячейки и общее напряжение самого аккумулятора. То есть CellChecker функция есть. Вот. Ну, еще раз напомню, что напряжение питания 9-16 вольт, выходной ток не менее 1,5 ампер. Если меньше, то будет, значит, отображаться ошибка Error 2. Пока только это было замечено. Демонстрация заряда в следующий раз. Спасибо.